Всем привет, с вами не туристический Сингапур. И сейчас в части кадра присутствует то, что нельзя показывать никому, потому что это секретная военная тайна. И я надеюсь, что я не забуду замылить вот этот замечательный радар на крыше высотки, который отслеживает прибытие истребителей со стороны материка, чтобы защитить нашу страну. Кстати, да, на крыше той высотки, на крыше, вы же понимаете, на крыше, конечно, меня не было вообще ни в коем случае. Вот там, когда спускаешься с крыши, когда поднимаешься на крышу по лестнице, можно заметить табличку. Если внезапно крыша открыта, сообщите, пожалуйста, менеджменту этой высотки. Вот. На других высотках этого нет, но это, знаете, как вышки правительственной связи в Москве на... Вот это я не буду говорить, на каких высотках, потому что вы и сами знаете, а мне это нельзя. Вот, собственно, прикольно, да, вот стандартные здания, но на одном из них стоит маленький такой радарчик. Который его обслуживает, потому что, а что там сидеть, он крутится и крутится. Вот если что-то случилось, менеджменту высотки сообщат, они пойдут, замок закроют. Вот, и простейший стратегический объект располагается в обычной панели, как говорится, хрущевки даже. Вот. Но о чем это я? Ну, вообще не о том. Ребята, мы находимся в группе муниципального жилья. Это не кондо, это... Как же оно, блин? HDB. House Development Board. Это государственное жилье, предоставляемое людям, чтобы они тут пожили. Вот. Вот там вдали у нас находится Woodlands Checkpoint. Поближе ко мне это, насколько я понимаю, старая станция, судя по антуражу. Вот. Подальше это вот новый большой пропускной пункт, который возит туда-сюда рабочих из соседней страны, чтобы они работали в Сингапуре. Кстати, там же, между вот этим большим серым и маленьким светлым, находится железнодорожная станция. Вот это вот с таким подъемчиком наверх, с двумя башенками. Вот. Это железнодорожная станция Woodlands. От нее раньше шла железная дорога в центр до самого Таджонг-Паджар, но это я вам отдельно потом расскажу и покажу. То есть вот поезда приезжали сюда из Малайзии, и дальше это была малайзийская территория, и железная дорога принадлежала Малайзии, и они вот доезжали вот до самого юга Сингапура, практически до Синтозы. Последняя станция, Таджонг-Паджар, мыс Кольев, она была у Синтозы непосредственно. Вот, по ней мы с вами тоже погуляем в 360 обязательно, и по станции, и по железной дороге. Но вот сейчас дизелек, дизельный электропоезд, как мы сегодня видели, кстати, да, ходит, кто не видел, блин, ищите на канале, видос есть, ходит от Малайзии, и он прибывает в Сингапур. То есть вы можете, в принципе, сесть в Куала-Лумпуре в вагончик, и из Куала-Лумпура в Сингапур приехать на вагончике вот через Джохор-Бару-Стрейт. Здесь спит принцесса, и беспокойтесь жены. Прикольная надпись на квартире. Вот. Собственно, это все, что вам необходимо знать об приезде в Сингапур. Но я хочу вам показать вообще другой момент, честно говоря. Знаете, вот однажды Ли Куан Ю сказал, сделаем Сингапур нашим садом. И мы видим, да, вот то, что люди делают сад как могут, в том числе... Отсюда, скорее всего, не видно с этой камеры, я вот глазами вижу, ищите, опять же, фото в нетуристическом Сингапуре. А ровно напротив меня, грубо говоря, вот если сейчас взять азимут, да, то между мной и вами. Просто посмотрите на меня, потом раздвиньте камеру ровно 180. Высоточка, и у нее на третьем сверху этаже из окон просто торчат такие огромные деревья. И там посередине тоже что-то есть, да. То есть вот люди, которые живут в этих муниципальных домах, они действительно понимают, что Сингапур надо сделать садом, то, что вот это вот засилие бетона, оно ужасно, и они где могут, выращивают деревья. Вот. Но это прелюдия там, да?
как говорится. А я сейчас вам хочу показать то, что многие сингапурцы, они не просто делают наш город садом, смотрите, вот, оно все растет. Они используют технологические инновации в этом. Я просто это увидел вот оттуда, с верхнего этажа, когда снимал фото и видео о, именно вот высотках в Сингапуре. Смотрите, это у нас просто набор хозяйственных воронок из маркета, да, 1, 2, 3, 4, 5, 6 штук, да. Они собирают воду во время дождя и с помощью труб и направляют ее в ведро, чтобы просто поливать растения, которые находятся тут. То есть для полива этих растений не задействуется городская канализация, не идет на поезжение, простите, на насосные станции или еще что-то. А вода именно собирается снаружи. Но при этом ничего особого такого серьезного не городится. Вот. Да, тут я вижу серьезный сад у ребят. Вот. Тут просто сингапурцы сделали маленький такой водосборничек. И если вы не знали, вода в Сингапуре, если ее набирать из-под крана, она стоит 17 российских копеек за литр. То есть вот набрать бассейн 2 куба, это уже как бы, знаете, по меркам россиян роскошь. Вот. Но тут вопрос не в оплате. Для сингапурцев, ну вот, полить эти растения — это копейки. У меня соседская служанка, она в два раза больше воды тратит на то, чтобы машину хозяина сполоснуть. Не помыть, а сполоснуть. Вот. Это мелочный расход денег, но при этом это понимание того, что на набор вот этой воды, да, у нас идет мощность электричества, станции, это износ насосов, это все прочее. Вот. И если у тебя вот эта вода периодически, а тут тропические ливни постоянно, она падает с неба, то почему бы тебе просто взять, не набрать ее сверху? Вот. И вон, посмотрите, вот справа от нас сейчас идет тропический ливень. А, там вдалеке просто весь горизонт уже застелило. И, кстати, да, он сейчас скоро пойдет сюда, и я буду снимать, а сверху уж поет солнце, буду снимать это все под водой. Вот. А в итоге мы получаем не просто экономию денег конкретного жильца, мы получаем экономию ресурсов страны. Насосная станция не износится раньше, и при этом страна будет зеленой, красивой и цветущей. Вот это вот то, что отличает настоящих сингапурцев от, простите, тех людей, которые приехали через пролив, чтобы тут пожить и поработать. Вот. Да, вот так вот у нас, кстати, подводится вода. Напротив каждой квартиры у нас есть счетчики. Вот, да. Да, смотрите, две трубы уходят наверх, два счетчика, вот с той стороны две квартиры. Вот. Собственно, это все то, что вам необходимо знать о Сингапуре, как, простите, не о Сингапуре даже, а о сингапурцах, как об ответственных гражданах. Они понимают то, что они своими руками строят эту страну и делают действительно вот страну своим садом, чтобы просто идя от лифта к своей квартире, вы могли посмотреть на цветы, видеть вокруг зелень, а не серые вот эти вот стены домов, да, вот. И да, кстати, мы сейчас вот идем по общественному коридору, которые подводят, кстати, к каждому квартирам. Вот у некоторых тут есть такие пандусы, потому что там, скорее всего, инвалиды, мобилити как-то там люди. Вот. Собственно, это была маленькая экскурсия по настоящему Сингапуру, где живут граждане и жители своей страны, да, не приехавшие там экспаты, не рабочие, которые очень-очень хотят вот заехать, поработать, накопить бабла и уехать, да? А люди, которые пытаются вот привести свою страну в очень такое хорошее состояние, персонально вход сделан красиво, вот, состояние парка, сада. И я этим
честно говоря, горжусь. Знаете, как вот я горжусь Белоруссией за то, что там чисто. Я горжусь Сингапуром за то, что люди тут пытаются сделать, как в Беларуси. Чтобы было чисто, зелено, красиво. И вокруг действительно был вот такой вот город-сад. Посмотрите, это не только мой этаж. Я не выбрал какой-то специальный этаж с растениями. Вот там ниже тоже торчат растения, там много всего зеленого. И это сажают граждане Сингапура, они сажают сами. Они пытаются сделать красиво и хорошо. Все, с вами был не туристический Сингапур. Я надеюсь, вам понравилось мое маленькое видео. Вот, и подписывайтесь, как говорится, не переключайтесь. Я вам еще не то покажу. Сегодня у нас, кстати, в планах были Marsiling Tunnels. Мы их немного отложили, потому что там были бродячие собаки. Это опасно в одиночку ходить. Я соберу, наверное, компанию и проведу туда, вот. А сейчас мы прогуляемся еще немного по Woodlands, ищите новые ролики на моем канале, вот, и в Woodlands мы посмотрим, как живут люди в самой отдаленной от туристов части Сингапура, то есть если вот Сентоза и Central Business District у нас на юге, то Woodlands у нас на севере, до туда ехать 1.5 часа, и или до сюда, вот, и вот тут живут как бы либо студенты, либо люди, которым некуда торопиться, либо люди, которые работают из дома. Сейчас погуляем по району и обязательно сегодня еще заглянем. Я надеюсь, что у меня хватит камеры и батареи. Под всеми этими домами есть бомбоубежище. Но так как бомбоубежище не должны просто простаивать, то под ними делают в бомбоубежищах игровые клубы, магазины, знаете, там Magic the Gathering, все прочее. Вот в районе Ангмакио есть прикольный такой клуб, но у меня, к сожалению, в середине съемки в клубе села камера как раз, я когда был в самом бункере, вот, поэтому я сегодня постараюсь просто поставить свежую батарею в камеру и прогуляться с вами в простом магазинчике, который находится в бомбоубежище под простым сингапурским многоэтажным муниципальным домом. Интересно, когда плоды падают. Вот. Опять же, между мной и вами находятся плоды, они туда на тротуар падают, людей убивают. Ну, это фигня. Killing Clitter. Мы любим. Вот. Все, всем пока. С вами был нетуристический Сингапур. Подписывайтесь, не переключайтесь. Простите за мою фикцию, дикцию, у меня зубов только спереди, как у коня осталось. Старый стал. Лайки ставьте.